Готовим рыбные котлеты, как в детском саду. У хлеба по краям отрезаем корочки и отправляем отмокать в молоко. Далее филе минтая разрезаем на части и перемалываем в блендере, либо пропускаем через мясорубку. Хлеб отжимаем от излишек молока, после чего перемалываем в блендере. Смешиваем с рыбным фаршем, солим, перчим и хорошо перемешиваем. Начинаем формировать котлеты. Их необходимо отбить, чтобы они не развалились при жарке, и присыпаем панировочными сухарями. Жарим котлеты на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон, после чего накрываем крышкой и готовим еще 7 минут. Результат просто бомба. Сохрани, чтобы не потерять.